Все ожидают голов от лидеров, от тебя, от Бекки. Кузя проснулся. Но когда четвертое звено помогает, когда четвертое звено сбивает, насколько это важно? Опять же, не важно, кто забивает, я там или Бикс, или Бекки. Сейчас все играют на результат, на то, чтобы выиграть серию, выиграть игру. И опять же, здесь сейчас нет вот этого, что там кто-то что-то ожидает. Мы все играем, мы все рабочие лошадки, мы в одной лодке плывем, поэтому здесь кого-либо выделять нет смысла.